марта вам подарок. Международный женский день, наш примарный Тусад, и поздравляет вас всех. 8 марта. Будьте здоровы. Дам сейчас желтенький вам. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Да, он такие стихи, кстати, написал красивые. Да? Очень, да, сочинил сам. Женщинам на улицах города Бельцы 8 марта дарили цветы, улыбки и хорошее настроение. Столь необычное поздравление для многих дам оказалось очень неожиданным и оттого вдвойне приятным. Праздничную акцию провели представители нашей партии. От имени Рената Усатова они поздравили прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Всего 8 марта приятный сюрприз получили 5000 бельчанок, а в целом по республике 20000 женщин. Им дарили тюльпаны, как символ весны, перемен и скорого перерождения, открытки и мартишоры. Как настроение ваше такой день? Замечательно. И тем более еще тюльпаночки подарили. Спасибо огромное. Желаю женщинам, чтобы они были в первую очередь здоровы. Очень приятно, что Рената Тусад не забывает про нас. Спасибо большое. Тепла, любви, счастья, мирного неба над головой, настоящего женского счастья. Маму поздравил сегодня? Да. Что ты пожелал? Я пожелала счастья, здоровья, чтобы она была счастлива и никогда не болела. Мы рады, что не забыли про нас. Это очень красиво и приятно. Женского счастья, здоровья, чтобы они в этот прекрасный день радовались и вспоминали нашего мэра Рената Усатова. Спать промоз, спать плакут, муцамим. Много счастья вам, женщины. Большое спасибо ему за наш рынок. Спасибо большое всего и за ваше поздравление сегодня в такой прекрасный женский день. Всех мам, всех бабушек, всех дочерей, внучек поздравляю с этим прекрасным днем. Желаю счастья, здоровья. А самое главное, что все цветы мира сегодня были в ваших ног, женщины. Прекрасный, с праздничком вас! Ренату благодарность большая за наш рынок, за наше все. Вот очень нам удобно и хорошо. Спасибо. Для Рената Усатова стало уже доброй традицией поздравлять женщин с 8 марта. В этот день они в буквальном смысле слова утопают в цветах и мужском внимании. Жены и матери, бабушки, девушки и девочки, я желаю вам счастья и любви. Вы наше вдохновение и смысл нашей жизни. Поздравил мэр Бельц в социальной сети Facebook прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Хочу, чтобы максимально в каждый дом сегодня, 8 марта, попал кусочек тепла, частичка добра. Я не хочу, чтобы 8 марта чувствовала себя одинокой хотя бы одна женщина в Молдове. Значит, хочу поблагодарить, поздравить с этим праздником свою семью, всю нашу команду представительниц женского пола, прекрасного пола, которые, несмотря ни на что, вместе с нами идут вперед. Хочу поздравить всех наших активисток по всей стране, всех наших секретарей, всех тех, кто нам, кто вкалывает с утра до вечера, всех тех, кто нам верит, и тех женщин, которые нам не верят, тоже от всей души поздравляю. Thank you.